Франклин. Рузвельт. Франко. Нет, нет и нет. Сдаешься? Ладно, сдаюсь. Кто там? Стыдно. Стыдно не знать. Это же... Михаил Грушевский. А, Грушевский. Давно я просто в руках украинские деньги не держал. Тем более такие маленькие. Все эти... Маленькие, да, удаленькие. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Я из инспекции таможенной службы. Чего вы приперлись к нам? Вчера наши вашим уже все отнесли. Ну? Я знаю. Поэтому наши бывшие уже арестованы. И вы будете арестованы, если будете продолжать брать взятки. Мы не берем. И не брали никогда. Да, вот украинские деньги считаем зарплата. Угу. Да. А вот это мы и проверим. Вот это прослушивающее устройство. Если будет хотя бы один намек на взятку, с вас не только погоны, с вас головы полетят. Ясно? Ясно! Абсолютно ясно! Не смею вас больше задерживать. До свидания. Офигеть, устроили. Как работать? Даже взятку... Не брали и брать не будем. Никогда. Да. Мы честные. Здорово, мужики. Мне, в общем, из страны свалить надо. Давайте быстро порешаем, да я поехал. Мы не понимаем, о чем вы говорите. Вы что, новенькие? Из страны свалить надо мне, а я не выездной. Плюс тут бабки, наркота, оружие, волына любимая. В общем, вот вам чирик, а я поехал. Мы взятки не берем. Никогда. Молодцы. Умеете торговаться. Ладно, вот вам еще 20. Я полетел. Ну? Нет. Еще раз. Нет. Нифига себе, тарифы у вас выросли. Ладно. Вот, блин, все, что есть, на. Вот, держи, подавись. Ну, наркоту хоть оставь. Все, могу ехать. Стоять! Вы задержаны за попытку провоза через границу Украины оружия, наркотиков и валюты. А также за попытку дать взятку. Таможенной службе. Да блин, да что за фигня, я не понимаю. Я в Украине вообще или где? Да в Украине. Так, я перетак. Но это уже совсем не та Украина, которую мы знали и любили. Да. Арестую его. Сейчас, секундочку. Что? Сейчас вспомнил первый год службы. Молодой был, зеленый. Я ж тогда еще не знал, что на таможне можно не только работать, но и зарабатывать. Теперь только работать. Добрый день. Здрасте. Ну что, слышал, вы задержали опасного преступника? Задержали. Молодцы. Продолжайте работать в том же духе. Вещественные доказательства я забираю. Да-да-да-да-да. А вы молодцы. Просто... умнички. Всего доброго.
А вот эту штуку вы не заберете? А это вам сувенир. Это муляж. Мы так всех работников проверяем. Кстати, вы прошли проверку. Молодцы, поздравляю. Вы что сейчас за муляжа провтыкали 400 штук? Или не муляж? Муляж. Или не муляж? Или не муляж? А пойдем-ка работать! А, работать я люблю, особенно на улице. Может, муляж? Не-не, не муляж. Может, не муляж, но... Может, муляж. Может, и муляж. О, как же у нас здесь... Жарко. Мой хороший, а напомни-ка мне, на сколько ты хочешь взять кредит? Ах, тысячи на три. А может быть, на шесть? Ой, может, и на шесть. Ой, мой хороший, а напомни... Тетя на ушко, сколько ты хочешь взять? 10? Да, 10. Зайка, значит, 10. Подпиши, а я тебе покажу свои проценты. Сейчас. Я готова. Зато он не готов. Я мама этого извращенца. А вы, девушка, спрячете свои дебеты с кредитами. Мама! Что, мама? Я тебя послала оплатить коммуналку. А тебя развели, как лоха. Иди домой. Да я сам хотел. А вы, милочка, позовите-ка своего главного. Да, сейчас. Угу. Здравствуйте. У вас какие-то проблемы? Да, есть. Одинокая я с мужем развелась. Я вам помогу. Просто подпишите вот здесь. Да, конечно. О, какая сексуальная подпись. На троих. Так, не знаю, что с вами, но состояние ухудшается. Я знаю, доктор. Это все ее борщ виноватый. Отравить меня хотела. Да это ты отравил лучшие годы моей жизни. Милочка, вы понимаете, если не скажете, что было в борще, вы рискуете стать вдовой-заключенной. А если он не купит мне шубу, то я рискую стать женой-неудачницы, которая ходит в платье и в пуховике зимой. Вика... Ну, сколько тебе можно говорить, но нет у меня денег на шубу. Нету. На шубу, значит, нет, а на дорогущий спиннинг есть. Вика, побойся Бога, я этим спиннингом нам пропитание добываю. Что? Да ты на своей рыбалке, кроме этого алкоголизма, простатита и лишая, ничего не заработал. Что? Да я в прошлом году вот такого карася потянул. Сорвался, гад. Девушка, ну вы же можете откладывать по чуть-чуть и купите себе шубу. Да что вы несете? Откладывать?
Да она только тратить может. У нее функция откладывать в баске не заложена. А у тебя не заложена функция зарабатывать деньги. Элочка, ну поверьте, есть масса других способов получить деньги на шубу без убийства мужа. Да, только на него эти способы не действуют. Кроме футбола и рыбалки его ничего не возбуждает. Так последний раз спрашиваю, купишь мне шубу или нет? Слава богу, за последний раз. Нет, Вика, не куплю тебе шубу. Тогда прощай. Подождите. Слева. Давайте так, давайте я помогу вам с шубой, а вы скажете мне, что было в борще. Сомневаюсь, что у вас это получится. Ну, давайте попробуем. Может, на минуточку? О, септаться пошли, септуны. Думаете, это подействует? Ну, вы же сами сказали. Ну, не знаю, но... Ой, по-моему, клюет. Да, конечно, клюет. Подсекай уже. Давай, давай, тяни, тяни, тяни. Ну, ну, и вот сюда, сюда. И все. Вот так отлично. Ох, вот это уловчик. Викусь, ну, что ж ты молчала, не говорила мне, что ты у меня такая красавица, а? Ну, теперь вы верите, что он купит вам шубу? Да. Говорите, чем вы его накормили? Маминым борщом. В смысле, и что в нем такого, что ему так плохо? Вся ненависть тёщи к зятю. Но вы не волнуйтесь, я сейчас его вылечу. Интересно, чем? Ну как это чем? Любовью будущей счастливой обладательницы шубы. Оле, 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 оле. Ой, Викуся, а ты в курсе, что я за Ювентус болею? Ладно, я вас оставлю. Вот это я тебя сейчас устрою. Катенаццио. Что? Он холодный! Что, вы его залюбили? Да нет, мне кажется, что мама, кроме ненависти, яд положила. Ладно, будем надеяться, что все тещи одинаковые, противоядие у меня всегда с собой. Ого! Спасибо вам, доктор, вернули к жизни. И тебе, Вика, спасибо. Отличный финал Лиги Чемпионов получился. Ладно, пойду я. А как же шуба? Шуба! Будет тебе шуба. Сейчас пойду и поймаю тебя выдру. Ну, будет хотя бы шапка. Так, математика 72 часа в месяц. Язык 80, химия 120. Ого! О, химия. Здравствуйте, Надежда Константиновна. Присаживайтесь. Вот. Неплохо провели летние каникулы, да? С Кириллом Николаевна. Там, да. Я надеюсь, это не наш физрук вас на турник наподсаживал? Что? Надежда Константиновна, вы что? Ладно, ладно. Шучу я. Ну, очень жаль, конечно, но там придется искать вам замену. Ну да. Мое почтение. Надежда Константиновна, здравствуйте. О, Ольга Николаевна, вижу, летние каникулы были жаркими. Поздравляю. Батюшки, кто это? По виду дядя Митя. Да какой же это дядя Митя? Это целый... Дмитрий Петрович. Я теперь другой, Надежда Константиновна. Не пью уже неделю. Завязал. Нет, стамески часом. Как вы могли обо мне такое подумать? Вы что, Надежда Константиновна, как вы могли подумать? А, я, собственно, чего зашел? Я как пить бросил, так у меня времени свободного организовалась куча. А делать-то что-то надо? Я ведь подумал, может, вы мне дадите дополнительные уроки? Вот трезвый, вроде нормальный мужик, правда? Так что, Надежда Константиновна, дадите уроки дополнительно? Ой, можешь ты удивить, дядь Митя. О, тут как раз Ольга Николаевна в декрет собралась. Химию не возьмете? Химию? Возьму. Ну, я думаю, что вам она не под силу. Да ну что вы. Химия, это же моя стихия. Что там, валентность, анионы, катионы. Да я на областной олимпиаде по химии первое место взял. Да вы что? Да. И как же вы скатились до своего нынешнего состояния? Вот этого не помню. После школьного выпускного память как отрезала. Пришел в себя, уже работаю трудовиком. А до этого сплошной провал.
Ну, если Ольга Николаевна не против. О, что вы, тем более с таким именем Дмитрий Менделеев. Ну, хорошо. Ольга Николаевна, покажите Дмитрию Петровичу лабораторию. Да. Благодарю за доверие. Ой, пройдемте. Разрешите помочь? Да, да, да. Прошу вас. Интересно, если не он, то, наверное, математик Циркулев. Так, Ольга Николаевна, декрет. Химия, химия, вся пробирка синяя. Дядя Митя, что происходит? Что происходит? Надежда, компас ты мой земной, вспомнил я, как трудовиком стал. Это химия виновата. Что? Там в лаборатории С2H5OH в неограниченных количествах. Спирт это, Наденька, спирт. Химия, химия, борода вся синяя. Что-то такое настроение. Пойду сделаю табуретку. Господи. Химия творит чудеса. Вернулся в свое агрегатное состояние. Красавчик. На троих. Ой, это же игрушка моего Изи, которую я ему подарила на день рождения. Боже мой, ой. Хорошо, что она нашлась. Подарю на Новый год. Здравствуйте. Здравствуйте. Я так понимаю, вы мама Изи? Да, Иза мне сказала, что сегодня будут возвращать деньги, которые мы сдавали на шторы. Я взяла сумку побольше. Ну, во-первых, на шторы вы не сбрасывались. А зачем же вы тогда сказали Изе за деньги? Потому что это был единственный способ затащить вас в детский садик. Ну, а во-вторых, у меня накопилось много вопросов. Виктория Сергеевна, как это подло с вашей стороны? Последний раз я так нервничала, когда доллар скаканул по 26, а я купила по 26.10. Итак, ваш Изя на обеде собирает всю еду в судочки. Что вы хотите? Это его обед. Как раз нет. Он забирает еду у других детей. А вот видите, какой он заботливый мальчик. Мало ли, как у вас там готовят. Кстати, вкусно через раз. Хорошо. Еще он сдает в аренду игрушки детям за деньги. Вы об этом знали? Нет. Я его накажу. Вот. Я его накажу. Додуматься, сдавать в аренду игрушки, которые ему подарила мама, уму непостижимо. Как раз нет. Он сдает игрушки детского садика. А, общие? Да. А, ну, тогда он заплатит меньше, чем я предполагала. Ну и третий вопрос я задам в присутствии Изи. Изенька, иди, мой хороший, твоя мама пришла. Здравствуй, мамочка. Здравствуй, сыночка. Уже судочки собрал, мой хороший, мой хороший. Что не так? Что не так? А то, что вашему Изи 28 лет, а он до сих пор в садик ходит. А что вы хотите? Если только подошла наша очередь. Я всю жизнь, Виктория Сергеевна, честно плачу налоги, в том числе и за детский садик. А? И вы думаете, что я эту колоссальную сумму в 56 328 гривен 18 копеек буду завещать этому государству? Да никогда в жизни. Изочка, сколько ты сегодня заработал на аренде игрушек? Мамочка, сегодня 31 гривну 28 копеечек. Леночка Иванова не хотела сдавать, так еле вырвал. Вот. Это же надо. Виктория Сергеевна, ваш садик – это садик жлобов. Идем, сыночка, до свидания. Ужас. Что? Так, сейчас. Сумка есть. Так, это все. Так. Значит, это постельное, детское, бодики, это пеленки, это тебе сменное постельное. Так, это эти памперсы.
Вот они неладны. Так, этот крем для памперсов. Бутылка водки. Так, пинжак. Сейчас. Ой, этот, вот пинжак. Да. Так, так, деньги, документы, ключи от машины есть. Все, готов. Молодец. Значит, сегодня на 4 секунды быстрее, чем вчера. Класс. Еще немножко. Я в 30 секунд буду вкладываться. Да. Саш, а ты что, в больницу в трусах поедешь? Ух ты, ё-моё. Так я не поняла, а зачем тебе там бутылочка водочки? А, так это я так на всякий случай взял. Да. Вдруг что-то надо будет в палате продезинфицировать, а я так раз и все есть. Да. Яночка, доченька, я с вами. Мама, мы не рожаем, мы просто тренируемся. Да. А что это ты без штанов? Ты перед кем в роддоме хвастаться собрался? Ой, ладно, мама, давайте, не заглядывайте это. Ой, господи, да если бы я хотела посмотреть, я бы сходила за очками. Ржака не могу-ка. Я рожаю. Да все, Ян, хватит. Саша, я рожаю. Дочь. Ты реально рожаешь? Саша, я реально рожаю. Мама, она рожает? Да. Ты реально рожаешь? Что-то я там. Господи, послал же Бог зятя, а? Вот так, как при зачатии. 30 секунд, и он готов, дочь. Поехали. Собираемся. Ну давай, Скворцова, рассказывай все с самого начала. Я поехала к Кондратию Кондратьевичу, ага. Его загородный дом. А ты в курсе, что ему 95 лет? 98. Да, я его со своего 18-летия помню. Он же этот глава администрации, миллиардер. Такой дедуган, две войны прошел, меня неоднократно. Так, короче, ближе к делу. Ну что ближе к делу? Я приехала к нему, он выпил таблетку. Виагру? Нет, от давления. А потом еще от давления. Зачем? Не знаю, может склероз? А, да! А потом от склероза. А потом виагру две штуки. Ну чтоб наверняка. Слушай, Скворцова, тебя не смутило, что пенсионер пьет такое количество лекарств, а? Смутило. Но смутило то, что в этот раз он пил намного меньше лекарств этих. Так, дальше что? Дальше были свечи. Так, слушай, вот эту романтику давай мы опустим. Нет, свечи от геморроя. У него и с этим проблемы. Так, понятно. Потом вы непосредственно перешли, так сказать, к делу, да? Да, потом была прелюдия, а потом ему вдруг стало плохо. Плохо? Скворцова, да ты человека убила, залюбила его до смерти. Ты понимаешь, что на тебя убийство висит? В СИЗО сидеть будешь. Да какое убийство, мальчики? Просто человек впал в кому. Вот поэтому ты сейчас в обезьяннике, а не в СИЗО. Пока. Слушай, что ты вообще к этому пенсионеру подперлась, а? А что? Любви все возрасты покорны. Ну, как оказалось, не все. В общем, закончилась твоя блестящая карьера. Ой, я прошу прощения, но ответить-то надо. Ты как ее обыскивал? Только я... Телефон, быстро, быстро телефон. Не-не-не, это по работе. Охренеть. Алло? Да! Да, могу. Ждите. Хорошо, а где? Поняла, да. Все, целую. Все, мальчики, я поехала на работу. Куда ты поехала, Скворцова? На тебе дело висит. Все, закрывайте ваши дела. Это звонил Кондратий Кондратьевич. Ему стало лучше, он сейчас в стационаре лежит. На Туполева 18. Кстати, подвезите меня. Поехали на вашей машинке, так будет быстрее. Масочка, мы что, такси тебе, что ли? Хотя, слушай, поехали. Зачем? Поехали. Если вдруг дед кряхтит, мы ее сразу же там, на месте, на горячем возьмем. Или на холодном. Давай быстрее. Вы тут сильно долго не задерживаетесь, я жду вас в машинке. Капец. Вот мне бы так в 98 лет отжигать, как этот дедуган, а? Петренко, да нам хотя бы в 48 так отжигать с этой работой. Ну, да. Геморрой опять, да? И то уже, конечно, здорово не то.